каждом районе надо искать свои точки роста. Тема региональной экономики сегодня поднималась во Дворце независимости, где глава государства принял ряд кадровых решений. В частности, они касались руководящих должностей на местах, новые главы в Дубровинском и Мстиславском райисполкомах. Также закрыта вакансия главы администрации Московского района Минска. В разговоре с управленцами Александр Лукашенко обсудил предстоящую электоральную кампанию, а также проблемы и перспективы отдельно взятых районов. В сфере национальной безопасности также новый руководитель, заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками, теперь Юрий Назаренко. Ранее специалист работал в службе безопасности главы государства. И сегодня же президент согласовал назначение заместителя председателя Госкомимущества и генерального консула нашей страны в китайском городе Гуанчжоу.